Сейчас молодежная политика соответствует всем региональным и федеральным требованиям, но есть и желание ее совершенствовать. Глава города Олег Фурсов не случайно назвал эту задачу перезагрузкой. Городские власти чутко реагируют на настроение молодого поколения. Все инициативы и пожелания обязательно будут рассмотрены главой города. Администрация городского округа и непосредственно главы городского округа Самары Олег Борисович Фурсова уже к молодежи с предложением дать самой молодежи предложение власти, как изменить молодежную политику и как решить проблемы так, как их видит молодежь, это уже яркий пример того, что власть хочет слышать молодежь, и власть хочет делать все, чтобы молодежи жилось на территории городского округа Самары, в Самарской области намного комфортнее. К решению одной из проблем уже приступили. Она касается дополнительных мер соцподдержки, в частности, по оплате проезда в общественном транспорте. Рассматривались несколько вариантов, как это может дальше меняться. Это адресная поддержка конкретных студентов, которые наиболее нуждаются. Студенческие лидеры предлагают разработать лимитированные карты меньшего номинала, деньги на которые можно будет положить два раза в месяц. Интересен и столичный опыт. Он коснется студентов, которые вынуждены ездить на учебу с пересадками. Оплачивается первая поездка, а за последующую, совершенную в течение часа, плата не списывается. Все инициативы внесены в протокол встречи и будут обсуждаться на уровне городской администрации. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.